Безнадзорные животные теперь под надзором. МУП СЖХ открыли пункт передержки. Контракт, заключенный с управлением благоустройства, рассчитан на отлов и содержание 71 безнадзорного животного. Центр передержки организован в закрытом помещении. В вольерах есть лежаки и подстилки. Собаки здесь будут жить 10 дней. За это время специалисты выявят агрессивных и неизлечимо больных хвостатых. Здоровых животных стерилизуют и выпустят туда же, где и отловили. В ближайшее время в сети интернет создадут страницу, на которой разместят фотографии отловленных собак. Хозяева, чьи животные попали в пункт передержки случайно, смогут забрать своих питомцев после предъявления доказательств того, что животное принадлежит владельцу. Это могут быть фотографии и видеоматериалы.